Доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе, добрейшее, веселейшее адарское утро. 27 марта сегодня, 24 адара. 24 адара. И мы начинаем, продолжаем изучать Тору и начинаем новую недельную главу. Новая недельная глава, которая называется Тазрия. Хумаш. Тазрия. Зачнет. Да. Но вначале мы, как всегда, читаем Шавуотов, да, всем Шавуотов, хорошая неделя. Мы читаем сейчас, книга еще есть, вначале приводится, «Обретение неба на земле». То есть, в принципе, вера состоит из, ну, главное, есть 13 принципов веры, да, Рамбам сформулировал 13 принципов веры. Но главные из них, такие, нельзя сказать, какие главные, все 13 главные, все 13 принципов веры, они главные, то есть они все друг друга поддерживают, очень это интересно. И очень удивительная вещь, что вот говорят, Бог – любовь, Бог есть любовь, да, а 13 принципов веры, которые подтверждают, что ты веришь в Бога, все 13, числовое значение слова 13, вернее, не так, числовое значение слова «любовь» – 13. 13, вот, смотрите. И числовое значение слова «эхад» – тоже 13. Как Тора, как… Мы видим, что вот почему Тора – это структура мироздания. Вот, смотрите, мы говорим «Бог один». Один на иврите «эхад», «эхад», три буквы «алев», «хет», «далет». «Эхад» – первая буква – это единичка, «алев» – первая буква алфавита, «хет» – это восьмая буква. Это 1 плюс 8 равно 9. Далит – это 4. Эхад – это 9 плюс 4 – 13. Отлично. Значит, эхад – 13. 13 принципов веры. То есть, можно сказать, я в Бога верю. Я знаю, что Бог один. Ну, а как ты это подтвердишь? Есть 13 принципов веры Рамбама. Сейчас мы не будем их изучать. Теперь, один из главных принципов веры, что мы верим… Мы верим, что есть божественная душа у человека, и эта божественная душа, это является сутью человека, а его интеллект и тело – это инструменты для того, чтобы в течение жизни божественную свою душу наполнить выполнением заповедей Бога и изучением Торы для того, чтобы удостоиться жизни в грядущем мире. Это как в двух словах. И то, что называется небо, да, рай, небеса, парадайз – это… Это будет мир получения награды, а этот мир называется мир работы. И мы в этом мире работы, да, когда мы работаем для своей души, для духовного уровня своего, в этом мире работы мы находимся, еще второе название этого мира, это мир лжи, Алма де Шикра, мир, который обманывает нас. То есть, иначе это не была бы работа, если бы все было ясно, понятно, то тогда не было никакой бы работы, никакого бы выбора, никакого бы не было интереса. А так человек смотрит, думает, да, может так, а может не так, может здесь, а может так, может это правильно, может это добро, может это зло. То есть все находятся Алма де Шикра, и вот у тебя есть Тора, Тора Эмет, истина, и ты говоришь, ага, может это истина, а может и не истина. Даже здесь есть выбор, верить, не верить, истина, не истина. Но в любом случае, те люди, которые верующие, а мы с вами верующие, раз мы служим Роди Торы, мы понимаем, что этот мир, это мир работы, вот как написал правильно Дмитрий Латуха, «Адам ля маль юлад», что человек сотворен, создан, рожден для труда. Какого труда? Значит, царь Соломон в Экклезиасте сказал, какой смысл человеку «миколь амало» от всего труда его, что он трудится под солнцем. Никакого смысла. Никакого смысла от обычного труда человеку нет, а только от духовного труда. Потому что когда человек умирает, то он обычный свой труд он с собой не берет, а духовный труд берет. Оказывается, что только то, что он делал духовного труда, это является итогом его жизни. Теперь нам дает Любавичский Ребе. Он говорит, смотри, какая вещь, ну, главная идея, да, вот эта книга «Обретение неба на земле», что ты уже находясь здесь, если ты понимаешь, где твой центр, где твоя главная сущность,
что твоя главная сущность – это душа, так ты можешь уже здесь обрести небо на земле. То есть ты можешь как бы вперед получить то, что, то состояние, которое у тебя будет по-любому, когда ты выйдешь из этого мира. То есть получить парадайз здесь. И вот мы изучаем сейчас отрывки из этой книги «Обретение неба на земле». Вот сегодня такая идея. Значит, доверять единственному Всевышнему – это не значит жить в ожидании чудес. Это значит быть уверенным в том, что делаешь в данный момент, потому что ведь это Он, Бог, наставил тебя на верный путь, и все, что ты делаешь, будет наполнено им божественной энергией и благословением свыше. То есть здесь мы опять же мы здесь вернулись к идее. Главная такая идея. Значит, человек, он не знает, что с ним будет дальше. Никто не знает. Вообще никто не знает. Вот думали самые люди, которые такие были уверенные, там строили что-то, планы делали и так далее. Оказалось, что их планы разрушились. То есть человек не знает. Человек очень-очень слаб. И когда человеку кажется, что он силен, грозен, там вообще, это иллюзия. Это иллюзия. Человек, он песчинка, пылинка. И как сказал один из самых великих людей за всю историю человечества, Авраам Авину, Авраам, братец Авраам, он сказал, «Мани», он говорит, «что я?» Он даже не сказал, «кто я?» Он говорит, «что я?» «Афар ваэфар», «я прах и пепел». Это сказал Авраам о себе. Теперь, значит, человек обычный, который верит в то, что у него есть сила, он строит свое будущее, исходя из своих планов. Да? На Бога надейся, а сам не плашай. Это их любимая... Нет, даже они не верят в Бога. Они говорят, вот на кого Бога надейся? Большинство людей, они говорят, надейся только на себя, на, там, на статистику, на какие-то там еще вещи. И в этом случае, когда рушится их схема, они просто теряются, да, они просто рушатся, они не знают, что будет. Теперь верующий человек, он на кого надеется? Он на Бога надеется. Он говорит, даст Бог день, даст Бог пищу. Бог сотворил мир, Бог меня до этого момента довел, Бог меня дальше ведет. Это подход верующего человека. Теперь, если в обычных аспектах вот это качество полагаться, уповать на Бога, на русском есть такое слово, уповать, хотя, ну, непонятно мне его этимология, что значит уповающий на Бога, уповающий. Не понимаю, да, что такое уповать. В общем, уповать на Бога в обычных делах, это значит что? Вот здесь нам Ребе говорит, это не значит верить, что Бог сделает для тебя чудеса. Это неправильно. Уповать на Бога, это значит понимать, что Бог в любом случае управляет мирозданием. И если ты выполняешь волю Всевышнего, то Он о тебе позаботится. Все. Это называется битахон. Я волнуюсь о том, чтобы мне помнить о Боге, а Бог вспомнит обо мне. Вот это вот то, что значит настоящий битахон. И в этом случае, если ты приходишь к какому-то моменту, и ты свое действие делаешь, и ты вспоминаешь в этот момент о Боге, то не обязательно битахон, упование – это то, что направлено на будущее. Может быть, упование и в настоящем. Вот я сейчас, когда в этот момент я вспомнил о том, что именно Бог управляет миром, в этот момент, если я это осознал, в момент даже выполнения действия, что это не я делаю действие, а я являюсь инструментом Всевышнего в этом мире, то это тоже называется упование. И говорит нам Ребе, что тогда все, что ты делаешь, будет наполнено божественной энергией и благословением свыше. То есть получается, что человек, который уповает, что в будущем будет Бог ему помогать, это отличное упование, и оно наполняет его настоящей верой. Теперь, но если я в момент действия, я понимаю, что это делает Всевышний, это наполняет мое действие божественной энергией. Понятно, да? То есть, как оно работает? Очень полезный совет. И тогда и получается небо на земле, потому что ты наполняешь земное божественным, ты наполняешь обычное свое действие. Если ты вдумался, что это Всевышний дает тебе энергию, ты его наполняешь божественной энергией. Хорошо, друзья, все, двигаемся дальше.
Сегодняшняя недельная глава, она нам рассказывает начинается новый этап о разных язвах. То есть в то время, во время, когда был храм, и когда люди благодаря этому были на более высоком духовном уровне. То есть храм это был такой, как вот сейчас есть интересное сравнение, вот эти спутники, которые Илон Маск запустил, они распространяют интернет. И вот летит где-то спутник, у тебя есть телефон, и ты через спутник получаешь интернет, выход в интернет. Теперь, а когда был храм, это был такой, как на земле, усилитель, как спутник на земле, который божественное присутствие просто усиливал сигнал невероятно. И плюс этого, да, плюс этого был какой плюс? Что те, которые имели у себя в душе намерение принять этот сигнал, они его принимали, и этот сигнал давал им очень много осознания, понимания, восприятия. Это был плюс. Теперь какой был минус? Если ты этот сигнал принимаешь, то ты становишься заметен и в духовном мире, и сразу шла отдача. То есть это очень надо понимать, почему царь Соломон сказал в Коэлете, в Экклезиасте, «Марбе хахма, марбе каас». То есть тот, кто увеличивает знание, познание Бога, он увеличивает гнев. Он увеличивает гнев Бога на себя. Потому что если ты знаешь и не делаешь, если ты знаешь и идешь против Всевышнего, то это вызывает то, что мы называем гнев. То есть это вызывает реакцию. Когда был храм, то люди, находясь на высоком духовном уровне, если они делали какие-то неправильные вещи, неправильные с точки зрения Торы, то у них начинали сразу же кожные заболевания, шли разные пятна, язвы там и так далее. Называлось это проказа. Проказа. И вот сейчас как раз глава Тазрия рассказывает о нюансах вот этих вот язв и так далее. Для нас вроде бы это не касается нас, но когда мы знаем, что есть отдача, то есть если раньше эта отдача была сразу, то сейчас единственное, что в мире изменилось, только скорость воздаяния. То есть все те же преступления, которые были тогда, они сейчас остались преступлениями. Просто если раньше язва шла сразу, то сейчас язва приходит постепенно и медленно в виде каких-то заболеваний. Если, например, вот у меня сейчас я, например, простудился, там, я не знаю, что-то у меня вот голос пропал, да, я плохо себя чувствую. Это что значит? Это значит, что я где-то ошибся в прошлом. Значит, я где-то совершил ошибку в физическом плане, в духовном плане. Но сегодняшнее мое состояние – это следствие моих прошлых ошибок. Ошибок, но если это было в духовном плане, это называется грехи. Если это было в материальном плане, это называется ошибки в образе жизни, в подходе к своему здоровью. То есть все, что человек получает сегодня, это пирот, это плоды того, что он посадил в прошлом. Значит, начинается недельная глава с того «Вайдабер Ашем эль Моше лемор». И говорил Бог к Моше, говоря ему так: «Дабер эль мне Исраэль лемор». Скажи сыновьям Израиля, говоря: «Иша титазрия веалда захар». Женщина, когда она... Тазрия – это как посеет. Очень интересный такой глагол. «Иша титазрия веалда захар». Когда она посеет и, значит, родит она кого? Мальчика. Когда родит она мальчика, «Ветама шват ямим кеме недат дота титма». Значит, когда родит она этого мальчика, то тогда она будет духовно нечиста 7 дней, как дни нечистоты ее. Опять же, смотрите, получается такая вещь, что, казалось бы, это же очень прекрасный момент. Она родила ребенка, не обязательно первенца, любого ребенка она родила. Родила она ребенка, и это прекрасный вообще момент появления новой жизни. Но она в этот момент, та, которая родила, у нее есть кровотечение, она на 7 дней становится нечиста и не может заходить в храм. Не может заходить в храм. Почему? Значит,
Почему она не может заходить? Не написано. Значит, следующий отрывок. Убьем Ашмини на восьмой день, и моль басара рлато, будет обрезана его крайняя плоть. Тоже непонятно. Смотрите, как получается. Женщина, давайте вот рассмотрим шире, разведем ракурс, да? Значит, женщина выходит замуж и соединяется с мужчиной. У них происходит момент соединения, то, что называется кидушин, освящение. То есть, если они осветили свой союз, потом хупа, и потом, значит, бах, она как посеяли семя. И это семя, знаете, сколько в животе держится? 40 недель. Вот объясните мне, ну вот почему, откуда берется эта цифра 40? Почему именно 40 недель? Почему именно 40 недель? 40 дней Моше Рабейну был на горе Синай, получал Тору. 40 недель женщина, значит, она 40 недель вынашивает плод. 40 умножить на 7, это 280. Почти получается 9 на 30, 270. Около 280 дней, да, 9 месяцев, это около 280 дней. Почему так все это разделено? Именно 40 недель, непонятно. Значит, она 40 недель вынашивает, потом она рождается. Теперь дальше. 7 дней ребенок до обрезания. 7 дней, на 8 день у него обрезание. И значит, вышлошим йом вышлошет ямим. И после этого еще 30 дней и 3 дня, то есть всего 40 дней. Тышев бедме таара. Она будет сидеть в крови, в чистоты. Уже у нее чистая кровь. Беколь кодыш лотига. Все святое она не будет дотрагиваться. Вель амигдаш лотаво. И в храм она не зайдет, ад млотям это ара, пока не исполнится дни ее чистоты. То есть это очень такая, не, все эти процессы, насколько они выстроены точно. И получается, смотрите, как получается. В духовном мире все четко. В духовном мире идет абсолютно четко, красивая система, которая выверена прям как ну, до миллиметра, до молекулы. Но потом, когда все это приходит в наш материальный мир, в материальном мире кто начинает влиять на вот эту всю систему? Человек начинает влиять. Именно человек, Бог сказал человеку, «Наасе это Адам, сделаем человека, вместе с тем с человеком». То есть этот мир, он находится под свободой выбора человека. Всевышний сотворил мироздание, сделал прекрасные законы, посадил сюда человека, который имеет божественную душу, и соединен с духовностью, где все четко, красиво и ярко. Ну, то есть, там все идеально. В духовном мире все идеально. Но так как человек, он как сулам, лестница, которая ногами на земле, а головой в небесах, то есть, человек – это такая пирамида. Ноги стоят на земле, а голова, интеллект человека, из него дальше идет душа. Душа в небесах, душа как раз находится в духовном мире. Но начиная с интеллекта, начинаются искажения. И поэтому начинаются искажения уже с момента, кто-то в 40 недель родился, кто-то раньше, кто-то доношенный, кто-то переношенный. Кого-то там, у кого-то мама бухала, у кого-то траву курила, у кого-то наоборот веганкой была. Кто-то начинает себе выдумывать роды в воде, а кто-то роды такие. То есть дальше уже человек начинает искажать вот эту вот духовную реальность. И потом, когда происходят в этом мире неприятности, поднимают голову к небу и говорят, вот Всевышний, как же ты это допустил? Секундочку, Всевышний нам дал идеальный мир. И мы с вами, на нас ответственность, каким он дальше будет. Это уже наша ответственность. Хорошо, 33 дня, в общем, она будет сидеть в нечистоте, а если девочку родит женского пола, если она родит женского пола, в этома швуаем, тогда 2 недели она будет в нечистоте, и шишим йом вешешетямим, и 66 дней она будет сидеть в крови чистоты. Почему так? Непонятно. Вообще мне непонятно. Дальше идут жертвоприношения, которые мать приносит после родов, и после приношения этих жертвоприношений она будет чиста. Значит, я вдаваться сейчас не буду, потому что сам не знаю точно, что, как бы, вообще, в принципе, мы тоже не знаем. Никто не знает, жертвоприношение относится к разряду
хуким, постановления, которые нам непонятны. Мы можем только как бы пытаться понять намеки, которые это дает нам, какие-то там что-то расшифровывать, но нам непонятно. Я хочу дальше перейти к следующему. Начинается следующий отрывок. «Вайдабер Ашем эль Моше вэль Аарон лемор». Говорил Бог Моше и Аарону, говоря, что человек, когда у него появятся всякие язвы там на коже и так далее, хочу вот обратить, чтобы мы сегодня успели внимание обратить на этот момент. Дальше идет описание симптомов этих язв, и придет он к священнику, священник посмотрит, если ему понятно, то он говорит, что он чистый, если ему понятно, он говорит, что он нечистый, если ему непонятно, вот тут очень интересно, есть признаки, которые непонятны, знаете, что он делает тогда? И он ему говорит, на 7 дней мы тебя запираем посмотреть, куда развивается процесс. То есть иногда бывает, что в моменте непонятно. И тогда Тора нам говорит, вот конкретно в этом случае, 7 дней карантина, и за 7 дней смотрим, куда динамика процесса, куда это идет. И осмотрит его священнослужитель на 7-й день, и тогда, если она сохранила оттенки, то... И так далее. Следующее. Непонятно. Если через 7 дней стало непонятно, на 7 дней второй раз он его. Мы видим, откуда идут все эти карантины. Что в Торе 3333 года назад Всевышний объяснил, что если тебе непонятно что-то с течением болезни, карантин 7 дней. Если через 7 дней не прояснилось, еще второй раз карантин 7 дней. Представляете, какая вообще... Как бы сказать, что человек додумался до этого, но это нереально. Это настолько такая божественная. А когда на иврите читаешь, каждое слово это код, каждое слово соединено с другим словом, каждое изменение, в нем скрыты законы. Это просто фантастика. Хорошо, дорогие друзья, значит, все. Главная наша задача сегодня – это добавить в этот мир божественного света, и тогда, что чем больше мы добавляем божественного света, тем быстрее закончится эта война ужасная, которая сейчас просто уничтожает людей, уничтожает мир, уничтожает семьи. То есть мы молимся, чтобы война закончилась уже на этой неделе. И это во многом зависит от нас. От нас зависит, то есть если мы молимся искренне у Всевышнего, просим, чтобы Всевышний остановил войну, то Всевышний остановит. Если мы просим, чтобы усилить войну, усилит. То есть от каждого из нас зависит все продолжение мира. Просто каждый из нас – это как маленький вектор. Всего есть 8 миллиардов векторов. И мы с вами каждый себя рассматривает как вектор, который двигает. Если мы будем молиться, просить Всевышнего, чтобы война остановилась прямо сейчас, то это повлияет. Это повлияет с Божьей помощью, чтобы война остановилась, чтобы злодеи, которые... делают зло, чтобы зло повернулось на них же. То есть конкретно, чтобы зло повернулось на них же, на тех злодеев, которые задумывают зло и делают зло, а чтобы добрые, честные люди, они остались живы, здоровы, счастливы, и чтобы с ними ничего не случилось. Все. Всем хорошей недели. И наполняем, делаем небо на земле. Все свои действия наполняем упованием на Всевышнего. Все, счастливо.